сказать, что вот случайно познакомился с шашлыком. Оказалось, что он из Туркмении, и я сразу вспомнил, я был очень много друзей у меня там, и всей Туркмении большой привет. Мы сейчас в Кыргызстане, в Бишкеке. И вот сейчас он споет туркменскую народную песню «Бибиджан». Давайте. А Агай нам сыграет. Сыграть вот туркменскую народную песню. Спасибо. Но это было когда-то еще в 69-м, по-моему, году. Вот мы тогда еще с тем. Я запомнил эту песню. Спасибо, что ты здесь пришел и напомнил мне. Вам спасибо. Ну, ты спрашиваешь, когда я отучился. В 68-м году я в Москву поступил, а в 69-м поступил из Туркмении, из Ашхабада. Ислам Бабаев такой. Очень хороший гитарист туркменский. Жаль, к сожалению, он уже умер. Мы с ним очень дружили. И я вот потом он приезжал к нему, там еще туркменки учились, как Анна Гуль, фамилию забыл, правда. И вот она замуж выходила, мы на свадьбе были, там играл тоже, мы сидели там, отдыхали. Наши свадьбы видели. И вот как раз на свадьбе самое главное было, а потом погостил очень много, да, вот, там же Фируза, знаешь, там место у вас, очень красивое место, прохладное, вот там мы много были, Каракумы ездили, в общем, я Туркмению очень полюбил, хорошие ребята, друзья. Ну что, напоследок, я рад встрече с человеком, который оттуда. И мне было очень приятно вас поить, поэтому мы и дружились, так ведь. Надо было сразу сказать, что я туркмен, мы с тобой посидели бы еще долго, время не тратим. В общем, всей Туркмении большой привет.